Привет, друзья! Ну что же, вы опять видите мою морду, и значит, вы опять смотрите видео про то, как я восстанавливаю, как говорится, машину, делаю полностью ее под себя. Ну, вернее, как под себя. Просто переварил пороги, переварил полы, переварил задние арки под большие колеса. Как бы это у меня уже было давно сделано, получается, я сделал это все правильно. Переварил задние крылья, внутренние арки, переварил, что-то еще переварил. А, ну, черепаху, пол, пороги весь. Повесил новые крылья передние, задние новые двери. И на данный этап, и на данный момент у меня, как вы видите, полностью сняты ручки. Я снял стекла, снял резинки с передних дверей. Точно так же немножко подшаманил зазорчик на крыле. И теперь я могу смело чистить машину, как говорится, от всяких жуков. Тут еще есть небольшие жучки, как говорится, на капоте, на передних дверях, на крыше. Вот здесь вот особенно между, как говорится, на стыках, потому что двери провисали и шлепали по крыше. Вот. Короче говоря, это на самом деле беда, приор. Точно так же у меня есть ржавчинка по верхнему канту, но это сейчас все буду, как говорится, все буду убирать. А также вот еще я забыл вам в прошлом видео сказать про болты крепления передних крыльев. По заводу их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук на крыло. Благо я купил их с запасом, потому что вот это вот говно, извините за выражение, эти болты, винты, как он называется, винт самонарезающий. Этот винт самонарезающий одноразовый. То есть ты его один раз закрутил, по идее должен выставить крыло с первого раза. Фиг там плавал, так нельзя сделать. Ты начинаешь его откручивать, выставлять по-другому, прикручивать второй раз, и все, он уже не закручивается. И мне кажется, они сделаны из, скорее всего, фекалии человеческие, возможно, не человеческие, с фольгой для цвета. И получаются такие болты. Самое интересное, что старые болты, которые у меня стояли до этого, как говорится, еще оригинальные, с ними таких проблем не было, поэтому благо я их оставил там, где они были нужнее, то есть вот там внутри арки, а новыми болтами прикрутил все остальное. И то, к сожалению, пришлось делать так, что у меня некоторые болты через две шайбы, по причине того, что чтобы резьба, так сказать, целая резьба попадала на эту долбанную прищепку. А также заодно были сняты, кстати, резинка заднего стекла, снял резинку с форточки. Если не получится одеть сюда новую резинку, скорее всего, форточки я нахрен поменяю. Ну, будет другой год, ну какая разница, и, ребят, ну что уже тут поделать. Заднее стекло, теоретически, мне бы тоже надо поменять, потому что подогрев у меня немножко на нем не работает. А слово «работает три полосы» из-за того, что я снимал тонировку, когда один раз, первый раз вообще по незнанию, я с умным видом чистил к чертям все эти полосы. Так что все, вот она машинка, готова к зачистке, и будем уже, как говорится, шпатлевать. А, ну еще снял антенну. С ней, конечно, было немножко побольше проблем, потому что почему-то провод зацепился, чем-то там зацепился, короче, под торпедой, я еле его достал.
хочу вам сейчас рассказать такую одну интереснейшую историю о том, как два человека, то есть я и еще друг, пытались арки здесь раскатать. В общем, есть такая вот приблуда, сейчас я вам, так сказать, ставлю картинку. Вот выглядит она вот так вот, то есть одевается она вместо колеса, прикручивается 4 гайки, и как бы, когда ты ее раздвигаешь, настраиваешь под нужным углом, вот таким вот макаром, короче говоря, раскатываешь вот этот внутренний кант. Но мы столкнулись с первой проблемой. Во-первых, этот раскатчик не рассчитан на то, что здесь будет разболтовка 4,98, то есть он был 4 на 100. У меня получилось только 2 гайки кое-как закрутить. Вот. А следующий самый интересный момент, это то, что его длины не хватило вот на эту, короче говоря, арку. То есть, по идее, на заниженной приоре нельзя раскатчиком раскатать арки. И мало того, что на приоре, даже на другой какой-нибудь джигуляторе этого сделать не получится, потому что разболтовка не соответствует. Так что, друзья, как говорится, думаем, думаем и еще раз думаем. Вот. Следующий этап. Сейчас буду, так как я сначала хотел раскатать арку, а потом замазать все герметиком, получается, что я сначала мажу все герметиком, герметик высыхает, я ставлю сюда колесо, и по старинке с помощью биты какой-нибудь или деревяшки вот этот кант надо раскатать, чтобы он, короче говоря, был внутрь вровень, потому что мне он, как говорится, не нужен. Ну, вернее, он мне нужен для жесткости крыла, потому что в прошлый раз я на крыле его отпилил под ноль изнутри крыла вот так вот, и получилось, что у меня крыло можно было вот так вот легоньким небольшим таким вот ударом, кант просто уходил к чертям. Поэтому сейчас спокойно кладем герметик, а дальше будем продолжать уже с остальной, как говорится, подготовкой. Show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show.
сей процесс называется мотование. То есть принцип в том, чтобы зачистить лак и замотовать краску, чтобы грунт и новая краска, как говорится, сцепилась с той поверхностью, которая у нас там есть. Вот, значит, матуется, вот я, конечно, ребят, не маляр, не профессиональный, но матуется это все добро до того, чтобы поверхность была вся как бы однородной. Потому что кто хоть когда-нибудь мотовал и красил машину, вы знаете, что есть такое понятие шагрень. Так вот, это шагрень, это как бы, ну, как волны, образно говоря, на воде. И поэтому, когда ты проводишь один раз буквально машинкой с любой шкуркой, сразу начинает проявляться, как будто, образно говоря, ровная поверхность и такие более яркие точки, куда как бы не попало. Вот это есть как бы шагрень, и все это надо вывести до такого состояния, чтобы было полностью получить матовую поверхность. Вот, значит, шкурку использовал 240-ю и 220-ю, а ржавчину по низу двери, вот этот жук здесь, как обычно, зачищал с помощью вот этой штуки на болгарку. А тут меня уже кто-то бомбанул, что типа нахрена, мол, под шпатлевку класть грунт. Возможно, друзья, кто-то шпатлюет на голый металл, но извините, кто-то, это не я. У меня вон дверь, у которой под шпатлевкой голый металл, и он весь проржавел ко всем, извините, ко всем, короче, проржавел. И как это произошло, я не понимаю. Мне сказали, что шпатлевка впитывает влагу и теоретически может продержать эту влагу, но если эту шпатлевку прогрунтовать, тогда она уже все поры, как бы грунт закрывает все поры, и уже ничего. О, друзья, вот опять же мои двери старые, как пример, шпатлевка, прогрунтованная сверху в бодевском грунте порозаполнителе, и один черт, вся шпатлевка, все, что под ней, все проржавело. Поэтому, чтобы не наступить на те же самые грабли, я первым делом все чищу до металла, весь металл закрываю эпоксидным грунтом, и уже вот этот эпоксидный грунт я мотану скотч-брайтиком, и уже его буду шпатлевать, чтобы у меня не было шпатли на голом металле. И пускай эта долбанная шпатлевка впитывает там вообще что захочет. Вообще пофиг, Вася, что она там впитает. Поэтому, короче говоря, шпатлюю, все высыхает. Еще делаю зад. Мне там по заднице немножко по багажнику надо чуть-чуть пройти снизу. Тоже замотовать и тоже его грунтануть. А также крышу. Бочина вся сделана. Кстати, вот там немножко кусок видео пропал. Скорее всего, из-за того, что зарядка прыгнула или пол, не суть. Дело было в том, что как бы тут было, как я всю бочину проходился, всю вровень. То есть все зазоры сведены ровно. Таким образом, благодаря этому у меня машинка прямо с одного элемента на другой. Именно для этого как бы я все эти элементы сейчас как бы и выставил. Потому что впоследствии двери будут сниматься и проемы краситься отдельно. Потом двери одеваться, и вся машина будет краситься целиком. Вместе с крыльями, вместе, ну, короче, как есть. То есть крылья передние уже и капот сниматься уже с машины не будут. Они будут здесь уже до конца покраски. Заодно, кстати, залил вот сюда в капот еще остатки, вывел всего этого мовиля. С цинком как раз туда залил, то есть он, по идее, весь вот тут растекся, и вон тут кап. Восемнашечки на своем, как говорится, родном законном месте. И вот посмотрите, ребят, какой вот здесь, как бы, виден жир торчит. То есть почти прям, ну, там буквально 5-6 сантиметров до лонжерона спереди и начинается колесо. Точно так же и с этой стороны. То есть, и вот, ребят, это чтобы не было, как говорится, лишних вопросов о том, нахрена, типа, жирные колеса, это не смотрится. Да, блин, вот этот жир, это смотрится, как говорится, больше всего. Еще при всем этом машина еще и на них ложится на пороге.
Поэтому я, как говорится, себе поставил цель засунуть сюда эти колеса, я их, в принципе, сюда засунул. Значит, канты загнуты простейшим, скажем так, дедовским методом. Некоторые еще катали раньше с помощью бейсбольной биты, но бита мне сюда просто, в принципе, не влезет, между тут и так места нифига нету. Следовательно, краска, то есть мой грунт, один хрен он треснул. Теоретически можно греть феном, и тогда он не треснет, но не уверен. В прошлый раз так делали с феном, все равно пару трещин было. Поэтому мне в этом случае гораздо проще. Я беру шкурку, прохожусь просто всю эту шелуху, которая отошла немножко, счищаю. И заново все это, говоря, с пулика все это грунтую. То есть теперь, как говорится, у меня канты готовы под данные колеса. На жопе, я напомню, канты гнуть у меня не надо, потому что у меня там колесо уходит глубже. Кстати, здесь тоже, если я когда в будущем поменяю передние стойки, у меня градус будет чуть-чуть больше, поэтому проблема еще тоже уйдет. Вот сейчас, по-моему, у меня здесь 1.5 градуса, если не ошибаюсь. А я хочу дотянуть хотя бы до 2-2.5. Ну, теперь, как говорится, можно машину спокойно выкатить. Итак, борьба с зазорами. Здесь я все хорошо. Здесь я вообще хорошо. Здесь, ну, бампер немножко, когда прикручен будет на усилителе, тоже все хорошо совпадает. Едем сюда. Ну, здесь тоже, когда он вот прикручен, все нормально будет. Фара, крепления все сломаны. Здесь все хорошо, хорошо, хорошо. А вот здесь вот этот капот, короче говоря. Вот я про это, ребята, и говорил. Я не знаю, что с этим делать. Здесь как бы все хорошо, здесь даже тоже вроде бы почти хорошо. А вот здесь вот, ну ни в какую. Как ни крути, все равно вот эти вот долбанные 3 миллиметра, короче, не хотят. Вот. А так, ну, все вроде как, все в своих каких-то законных местах. Единственное, что там пока усилителя нету. Вот. Друзья, у нас уже в гаражах, к сожалению, вырубили свет, но время 11 часов, поэтому расскажу вам без света. Все жуки были зачищены до металла, вся машина была замотована, также задние крылья были зачищены от грубого грунта, скажем так, до гладкости, и вся машина, опять же, была загрунтована эпоксидным грунтом. Так как вся машина уже отгрунтована, я могу смело ее мотовать легонечко и начинать шпатлевать. О чем, кстати, будет уже следующая серия и, возможно, даже больше, чем просто шпатлевка. Поэтому, ребят, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр.
Ссылочки на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм и на машинку на драйве будут под видео. Подписываемся на канал, ставим лайки. И, как говорится, опять же, всем спасибо за просмотр. Всем пока.